Маш, ну как мы ее назовем? Миледи! Миледи! Ой, какой ей кайф по снегу. Отпускай поводок, не держи так коротко. Эй, смотри, как есть снег. Надо поближе как-то подойти. Ой, ты моя красота. Вот так. Ну до чего же она хороша? Ты посмотри, какая. Девочка красивая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня. Как он хорошо придумал это вместо шлейки. Да, отлично. И поводок ты молодчина, классный купила. Миледи! Мили! Или как? Смотри, ну она... А главное, ты к людям очень доброжелательна. А собак вот не очень любит. Своенравная барышня. Маша, что ж я вам попу-то снимаю все время? Давайте наоборот, я буду идти, а вы мне навстречу. Пусть она в снегу покупает. Ее снегом бы обсыпать, она вообще счастлива была бы. Снежок, малышка. Давай, Снежок. Пойдем, Снежок. Иди мордочку покажи всем. Покажи, какая ты красавица. Девочка. Да-да. Ты тише говори, я же снимаю. Глупости на камеру. Не, а ей все туда бежать надо. Маленькая, изящная, как статуэточка, да? Ну, смотри, какая. Ой, я уже целая. Друзья, ну вот хаски, замечательный пес, северный хаски, специально выведены северными породами, как ездовая. Почему эти хаски, почему эти красавцы у нас в приюте? Выносливое, генетически заложено здоровье вообще, совершенно потрясающее. Может до 100 километров в день. Осторожно, осторожно, ко мне не подходи. Так близко. До 100 километров в день в упряжке может пройти эта собака. Спать на снегу при минус 40. Сейчас минус 20. Ну, вы видите, как он с удовольствием валяется в снежку. Маш, не уходите. Ой, Маш, Танюш. Далеко не уходите. Если вы думаете, что взять такую собаку домой, маленького пушистого комочка, и из этого пушистого комочка вырастет домашний песик спокойный, с которым можно 15 минут погулять до работы и 15 после, то нет. 5 километров за одну прогулку. Это как минимум
Иначе вы рискуете его здоровьем и застать свою квартиру всю разнесенную в хлам. Они очень активны. Поэтому выбирайте собаку по своему образу жизни, а не по красоте. А уж так как он красив, так вообще равных нету. Разные глаза. Смотрите, какой послушный. И послушный пес. Ему говоришь сидеть, он сидит. Это приютская рядом. Собачка. Рядом. Ага, вот. Вот так. Рядом. Ну все. Ты что? Куда? Иди сюда. Иди сюда, спокойно. Спокойно, мой красавец. Умница моя. Ты же послушный ребенок. Ой, эти глаза. Ты с ума можешь сойти. Смотри, какая красота. Ой, ты хороший мальчик. Ах, как хорошо сидеть. Видишь, еще послушный. Ой, я отпустила. Его отпустить надо, потом не поймаешь. Я устала. Ай, сидит. Ну, еще лодка. Посмотри маме в камеру. Асяшка. Миха заперся к маме на ручке. Ты мой хороший, друг мой сердечный.